1992-1993 yılları arasında Abhazya ile Gürcistan arasında yaşanan savaşı Abhazya tarafı kazanmış. Gürcistan yanlısı Amerika'nın başta çektiği küresel güçler Abhazya'ya ambargo uygulamıştı. 2008 yılında Rusya'nın Abhazya'yı tanımasıyla birlikte Abhazya'da yaşam değişmeye başladı. Abhazya son yıllarda turizm ve fuarlarla gündeme gelirken son olarak Abhazya'nın başkentinde Uluslararası Suhum Film Festivali gerçekleşti. Добрый вечер, жители Абхазии, жители нашей столицы. Хочется, чтобы мы вместе с вами, прежде всего, поприветствовали наших гостей, наших участников и поблагодарили их за то, что они такие талантливые. Продемонстрируют свои яркие таланты. И, несомненно, эта демонстрация даст возможность определить, кто лучше. Умеющий держать удар. Вручается фильму «Black Mamba». Режиссер Амир Гуилетти, Тунис. Этот диплом не менее важен, и я хотел бы, чтобы вы на самом деле поаплодировали человеку, которого сейчас я назову, фильм. Это замечательный, яркий, теплый фильм, который называется «Меня зовут Махаз». Я хотела бы еще раз сказать спасибо невероятным организаторам за такую атмосферу, за такую любовь и заботу, которые они нас окружили. Ощущение, что я где-то в родном месте, у вас поразительно, вы такие легкие, искренние, с вами тепло, классно, а зал просто потрясающий. Ну, поверьте, мы вот все вот ребята были на многих фестивалях, нам есть чем сравнивать, это просто было больше, чем шикарно.